То есть кот хочет в туалет. Ну, у нас кот в целом очень старый, да, и не передвигается. Короче говоря, это кот, у которого после Нового года застряла... Я поняла, да, проблемы с гениталией сферой. Ага, ну вот, со звуком, хорошо. И главное, все было, а что-то очень интересно уже, да, за этим смотреть? Я хотел это, сейчас тогда я пока, если я вышел, тогда только мне кульминацию надо будет придумать. А если ты не готов, прыгнуть, тогда пусть в твою очередь, через нам будет, да, человечек сейчас? Все хорошо, только смотри, если ты здесь взяла банан, а у нас такая вот обезьянка, да, которая соображает и ждет, да, то взявши банан, она что тут же сделает? Отпрыгнет, и потом начнет, да, разворачивается. А когда она только взяла и тут же начинает есть, я дальше не верю в то, что она оглядывается. Понимаешь, когда ты разрушаешь то, что ты создала, и сделала очень хорошо, классно, я даже сказала. Понимаешь, да? Тогда туда и будет все хорошо. Очень удачно. Уперла уже быстро банан, они быстро это делают, да? Я прыгнула и тут сам с собой. И а это желательно подложить. Ну, уже была сцена, я имею в виду, не просто обезьяны из жизни животных показывают, да? А еще и со сцены, да? Ну, тогда кинь туда и положи его, чтобы никто не видел, что ты его снял. Ну, я имею в виду, когда доработай, я имею в виду, чтобы еще и сценка возникла, да? Ага. Тогда вообще конец сразу. Ну. Нет, я типа выкинула, я не буду взяла, тогда положила. А, завернула, сделала что-то второе. И отпрыгнула. Все, ты молодец, очень хорошо. От начала до конца события на платье. Хорошо.